А правда, что вы подрались с Кипеловым в кофе? Хотел бы писать, что ни в кофе, ни в чае мы с ним не дрались, через вот, в кофе, без кавыси, без всего, просто подрались с Кипеловым в кофе. А что это как кофе? Ну, он имел в виду в кафе. Почему? А, это писали в газете даже? Да. Клево. Это писали после того, как все произошло, кто-то сказал, что... Ну, игра слов, в общем. Ну, а кто кого? Ну, в каком-то городе там человек написал там иносказательный отчет с какого-то там концерта или что-то. Как там было написано, что они что думаете там, что они дошли до такого, что уже там, ну, подробнее дело, и Холстинина что-то написано в кафе. Кто-то прочитал бы частички не и написал. А вы слышали, оказывается, Холстинин с Кипеловым в кафе подрались. Да вы что, да не может быть. Я себе представляю, как это было. Там Холст, наверное, подкрался и ударил его стратокастером, а этот, наверное, дул там. И через 15 страниц уже это обсуждение в форуме. Да вы что, люди, одумайтесь, вы прочитайте, там же написано. И это вот снежный ком такой покатился. А потом же заходят люди, не разобравшись, читают, там стратокастером ударил, там фигурасил. Не у всех же чувство юмора есть, как брат. Я вот наблюдал своими глазами, вот искалось вот это вот.